красавчик ходит. Спалил меня, правда, раз уже. Рога широкие. Ну, хотя так, в общем, на любителя. Сначала показалось сильно какие-то красивые. Сейчас, пока ехал, поле перебегало. Коза, за ней молодой козлик. Там отросточка два, наверное. Кто-то, походу, сзади меня бежит. Занесется. Воу! Воу! Козел вообще не понимает, что происходит. Не, говорит, не. В общем, этот козел ни на кого не реагирует. Нет, на козу вроде повернулся. Будем пробовать козу манить. В общем, коза в лес убрала. Похоже, и он за ней. Вот так вот бывает. Видно плохо, там какая-то дымка такая туманная. Еще солнце всходит. В общем, у этого рога вроде небольшие. У этого вроде рога побольше.
тоже не тот, которого мы ищем. Со всех сторон. Вот он, козлик, поближе чуть подошел к нему. Все равно еще плохо видно. Разлет у него такой хороший. Рогов. И сам размером здоровый. Так, ладно, иду дальше. Надо успевать, пока они еще в поле. Вот он, красавчик, похоже. Которого я тогда снимал. Белые. Короче, не успеваю. То ли идет козла прогонять, то ли по своим делам. В общем, побежал. Попробую его еще перехватить. В общем, не успеваю я за ним. Прогнал он, видимо, соперников своих. Идет. Вау! Ау! 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 Вау! 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 Задницу мне показал, засрань. Вау!
Ну, у тебя дурачок. В общем, зверь есть. Самое интересное, что этого не съели еще, моего красавчика, которого я как-то вечером снимал. Но вот этот сегодня вообще ноль эмоций. Какие-то сегодня сумасшедшие. Орут, ходят. Так что вот так.